вами о ТикТоке, о таких небольших секретах этой платформы и что нужно делать, как пользоваться, потому что инструкции нет, да, все приходится пробовать самому, на ощупь, так сказать. Что я заметил, да, что подтверждают другие пользователи платформы, есть определенная взаимосвязь между действиями вашими, да, и результатом, который получается. Начнем с простых вещей, таких как трансляции. TikTok позволяет вести трансляции от 900 пользователей, и это является очень удобным, скажем так, инструментом для продвижения ваших текущих видео. То есть, если у вас есть видео, которое, ну, набрало довольно много просмотров, то как только вы запускаете трансляции в ТикТоке, это видео начинает очень активно показываться. То есть оно попадает в раздел «Рекомендованные» и показывает большему количеству пользователей. В принципе, очень логично, потому что как проведение трансляции позволяет ТикТоку разделить пользователей между активными и неактивными. То есть, ну, и показывать контент только активных пользователей таким вот образом. Что еще есть? Есть такая, скажем, зависимость. Если под вашим видео кто-то оставляет комментарий, ну, любой другой пользователь, то те люди, которые подписаны на этого человека, им также показывает ваш контент. То есть, ну, по крайней мере, то видео, под которым человек поставил комментарий. То есть, как бы он таким образом рекомендует, да, то есть произошло какое-то взаимодействие, и он таким образом своим подписчикам рекомендует. Работает это также и когда отвечает на ваш комментарий под чужим роликом. То есть, если вы зашли на какой-то популярный канал, на, не знаю, там, на миллион там, подписчиков, написали «дай медальку», да, и вам автор ответил и дал медальку, да, то и всей вот его аудитории, да, будет показываться. Не всей сразу, да, но в какой-то части, да, покажутся ваши ролики. Вот таким вот образом. Что еще есть? Из такого интересного. Если вы снимаете какие-то тренды, которые видите, что тем самым вы не снимаете, как бы не добавляете себе просмотров, вы этим действием продвигаете видео изначально, оригинальное или которое стоит там в первом топе с большим количеством просмотров. То есть иногда бывает, что кто-то снял одно видео, за ним кто-то снял там похожее видео, да, вот, и начали копировать. Вот те, кто копирует, соберут там, ну, по 100 просмотров, по 500, по 1000, а самые первые соберут, ну, не знаю, миллион просмотров. Вот такая зависимость. Поэтому, если вы снимаете что-то похоже, да, обязательно посмотрите, сколько уже видео снято. Вот. Таким образом. Если у вас нет аудитории, там, не знаю, десятки миллионов человек, да, или там сотни тысяч человек, то видео, которое вы запишете таким образом, да, оно не наберет абсолютно ничего. Вот. Есть ли зависимость от количества видео, да, и попадания там видео в рекомендации. Этой зависимости особо нет. То есть вы можете снимать, не знаю, по 3 ролика в день, по 10 роликов в день, по 100 роликов в день, да, то есть они все просто наберут у вас там, не знаю, по 500 просмотров и все, и дальше не двинется. Появился такой показатель, да, то есть, скорее всего, он очень важен. На Android
момент досмотревших до конца ролик. Тут именно вот этот процент важен. Если он на уровне там 50-70%, то ваш ролик система транслирует, рекомендует. Если на уровне там от 0 до там, 10, то вот сколько набрали просмотров, да, 100, 200, 500, 1000, там, 10 тысяч. Это все. Больше не будет. Ну, по крайней мере, если этот показатель каким-то чудесным образом не растет, ну, не будет расти. Он пересчитывается, да, то есть раз там в день, там, раз там несколько дней, раз в два дня. То есть если вдруг такое бывает, да, что вы выложили видео, его никто не посмотрел, да, и вы как бы про него забыли, не удалили, да, и там через годы, да, там, месяцы, так получилось, что ну, у вас появились там подписчики, люди, которые стали пересматривать видео, им это видео понравилось, они досмотрели. Тут этот показатель пересчитается, да, и этот ролик начнет показываться большему количеству народу. Вот. Очень влияет на просмотры еще жалобы. То есть, если на ваш аккаунт постоянно кидают жалобы, ну, в конечном счете такой канал или аккаунт будет заблокирован, а также вас как бы приостанавливает, система как бы приостанавливает показ вашего контента на какое-то время. То есть это либо часы могут быть, либо недели, либо месяцы. То есть вас просто не показывают. То есть все ваши видео смотрят только подписчики. Вот такие вот нехитрые правила, да. Ну и нужно снимать какое-нибудь качественное видео, вот, с какими-то идеями, не знаю. Но не так, как я. Если вы, конечно, тоже не проверяете просто систему, как она работает. Очень много людей, у которых есть такой бэкграунд, аудитория, когда они регистрируют канал, да, или там аккаунт, выкладывают одно-два видео, и они просто, не знаю, на них все подряд подписываются. Это связано с тем, что эти люди как бы сами по себе, у них очень большая аудитория. Вот, поэтому если у вас нет такой аудитории, да, то повторить у вас не получится одним-двумя видео. Может так получиться, что вы запишете первое, там, второе, там, пятое видео, и оно наберет там, миллион, там, 5 миллионов просмотров, да, но на этом как бы и все. Если дальнейший контент не будет такой же, из той же серии, да, то аккаунт скатится к нулю, и в этом страшного ничего нет, то есть ну, нужно понимать, что здесь работает именно так. Так что так, такие дела. О чем еще мы поговорим? Правила, да, то есть чем больше правил вы нарушаете в этом приложении, тем для вашего аккаунта становится хуже и хуже. Вот. То есть, если ваше видео не нравится большому количеству пользователей, да, то есть, и они формально попадают под какие-то нарушения, чем больше людей увидят, тем больше им не понравится, тем больше они кинут жалобу. Если видео просто вам не, ну, не нравится, у меня, например, есть видео, где, не знаю, не нравится медведь там белый. Вот какие-то такие. Дизлайков здесь нет в этом приложении, да, но есть жалобы. Есть возможность поставить, что контент неинтересный, да, то есть вот такие. Так что удачи. Всем пока. Увидимся.